Добрались мы, конечно, среди ночи. Наш отель в этот раз будет под Смарками. Такой деревянненький весь. Пошлите. Мы внутрь погреемся. Снег, видите, начинается. Хотя сейчас болото, хана. Так, все, мы заселились. Эта хата будет наша. Целая хата, прикиньте. Не могу пока разобраться, где свет. Двухэтажный дом просто. Я вон там. Это наша будет комнатка. Посмотрите, тут камин даже есть. Так. Ванна с душевой кабинкой. И там балкон. Завтра посмотрим, что там видно с того балкона. Доброе утро. Мордашка. Мордашка. Толстый такой. Смотрите, как красиво. Идем туда на завтрак. Идемте есть. Все красивенько. Очень доброе. Пошлите посмотрим, что тут есть. Конфеты. Так, мы начинаем свой путь, и сегодня мы, скорее всего, не будем кататься на лыжах, сноубордах, всякого такого рода, а будем ходить по снежным горам. И пойдем на Чарный камень, как-то так называется. Это гора, здесь недалеко она находится от нашего отеля. Хотя нам сказали, что мы ничего не увидим, но все равно очень интересно походить вот по этой всей зимней сказке. И, кстати, я была много раз в Шкарской Паремби, вы уже видели не один влог с этого места, но именно в этой части Шкарской Паремби я не была ни разу, поэтому и вы, соответственно, вместе со мной не были, так что есть из-за чего смотреть. Вот таким вот заснеженным дорожком красивым встретили он какой-то апельсин. Он Дед Мороз ползет. Спалили его. Идем. Так, идем мы не на Черную гору, как я вам там рассказывала в начале, а на высокие камни. Уже есть, мы на половине дороги. И нам сказали по секрету, что там есть теплое вино в схрониску, но оно закрыто. Мы уже на высоте 1058 метров. Вот оно, высокий камень. Вот эта башня. И там еще в ту сторону можно еще идти. Сейчас мы пойдем туда. Здесь, когда нет снега, должно быть очень красиво. Очень. Но и сейчас очень красиво, потому что много снега. Когда вы последний раз видели столько снега? А? Мы к самому вот этому кафе. Действительно, это кафе с окошечком, в котором можно купить какой-то напиток. А вот эта башня с другой стороны. Можно подняться сюда ступеньками, либо обойти и зайти через ворота. Thank you.
Так, вот такая вот получилась у нас в этот раз путешествие. Поднимались мы часа два. Написано, что спускаться 45 минут до Шклярской Парембы. Короче, пошли. В этом выпуске, короче, скандал. Я сначала всем родственникам расскажу, а потом уже вам в следующем выпуске покажу этот кусочек видео. Короче, ставьте класс, подписку, колокольчик. И до новых встреч в новых местах, в новых городах. И...